И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн и Тучка. Гусуняк, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Всем привет, тусики. Ребята, сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем тестировать новое оружие с игры Serious M2. Если кушать, приятного аппетита, а у нас тест нового оружия. Погнали. Первый у нас Double Barrel. Сначала по зомби стреляем, как оно вообще фигачит. Он отлетает. А если я вот так в ряд стрелю, ну можно сразу нескольких убью? Нет. А если в притирку? А ну подожди, дай по человеку стрельну. А ну Дэн, я по тебе лупану. Смотрите, сотку выносит. Просто ваншотает. А если сдалека? А, да, вот у меня было 50, 6. Короче, да, сдалека сюда тоже рандомно. Нифига себе, там шрапнель вылетает. Просто бомб. Классный пак. Ну, выглядит так по-старинному, так как это с первой части. Кстати, еще версия из Xbox. Хорошо, следующий у нас нож. Кнайф. Книфе. О, тоже за раз выносит. А ну-ка. Да, соточку хп. Ну это какое-то оружие имбовое, согласитесь. Ну не должно, что оно сразу выносит со... Я еще и отлетел! И че? М1, А2, Томпсон. Это вообще старое оружие. Анимация такая древняя вообще. Кстати, из-за того, что у нас мод на бесконечные патрули, это получается он не перезаряжается никогда. Это можно просто зажать бесконечно? Да. Да ладно. Не, ну оно слабо. Оно сколько пулька отнимает? Да, ну дай по тебе пульку. Сколько у тебя? 100? Ну одну пульку. 20 хп. Получается 5 пуль надо всадить? А не, сдалека еще меньше отнимает. Не, какое-то говняное оружие. Хорошо. МК-3 Grenade. О! А вот это что-то интересное. А ну-ка, подожди, я загружу. О, прикольно. Это с одного заряда так взрывает. Да. Класс. Вакханалия. Вообще же. Ты так красиво это делаешь. Ребята, обязательно с вас подписочка и лайк. Залетайте на наш дискорд, пообщаемся. И кто хочет записывать с нами ролики, у вас есть всегда возможность. Главное, что сделать? Подписаться. Правильно, молодец, какой ты умный человек. Так, ну все, успокойтесь. О, так, а может такое быть, что у этого оружия есть альтернативный огонь? А ну на правую кнопку мыши, нет? А на Е? Р? На Р. А ну давайте проверим. Мне кажется, у таких оружий должно быть же альтернативка. Не? Нет. Ладно, давайте еще. О, сейчас, короче, в толпу стреляли. Давайте посмотрим, сколько одновременно зомбаков я вынесу. Да. А что мне один нарисовало только? Потому что один. Ну хорошо, пусть будет один. Так, Пелах. А, это вы жужжите уже ими, а ну-ка. Гусок, ты сам подошел. Ну, это, кстати, пила такого же уровня, как серия СМ2. А ну возьмите кто-то с того пака пилу, для сравнения. Она чуть лучше. Вот это вот? Нет, которая серия СМ2. Так, а ну-ка. Еще раз загрузим. Что-то мы их запилили за 5 секунд всех. Нормально. Я понял. А вот смотрите, вот у нас есть оружие серии СМ2. Вот такая вот пила. Блин, она так необычно, что она такая детализированная после этого пака. Одинаково пилят, так же само по времени. Просто буквально за секунду выносят. Так, отлично. Следующее оружие у нас Pump Action. О, это помповик типа? Дробовик. Ух ты, вот это оно отлетает. А если притирку прям? А если вот так вот сподверху, споднизу? Чё? Бессмертный? Что? А чё так? Это очень странно. Пацаны, оно по туловищу стреляет? А не. Как это работает? Это, конечно, сколько пуль всадил и не умер. Смотрите. А если вот так просто? Выносит сразу. Так, а ну давайте проверим. Нема альтернативки никакой. Насколько я помню, в серии СМ2 был такая фишка, как альтернативная стрельба. Напишите в комментариях, кто играл в серию СМ первую часть. Есть такой? Вроде бы был, я же проходил ее. Так, следующий у нас Раптор. О, снайперуха. Такой звук, да? Как хлёсткий, как плёткой кто-то бьет. Эхо такое. Офигенно, можно так зумить прикольно. А, ну с первого раза выносит.
О, подожди, а двоих можно прострелить? Вот два зомби, если я проверю, двоих можно? Не, кстати, прострелить двоих нельзя. Даже если в туловище стрелять, никак. А, ну можно и без прицела, вот это, кстати, круто. Смотрите, даже патроны отлетают и на земле лежат. А ну-ка, где? Вот, да. Гильза, смотрите, лежит. А, исчезает. Ну все, ну классно сделано. Ну вы понимали, этот мод весит всего 15 мегабайт. Это один из самых модов, который занимает мало места и куча оружия на них. Но я понимаю, почему он так мало места занимает, потому что текстуры и полигон это где-то какой, 2000 год? Вообще древнее такое. SBC. Это гармата. Ничего себе! Нифига себе, она высоко летит. А она не взрывается. Взрывается, подожди. А, ну она сносит просто. Раньше она взрывалась. Ой. Вот, взрывается. Получается, так само можно заряжать их. Так подождите, пацаны, это мы играем в боулинг или что за бред? Смотри, когда в толпу мы стреляем, оно боулинг, а когда в человека, то он взрывается сразу. Не, а потом, сразу, да, взрывается, получается? Да. Я такой проход оставил, где пролетел этот шар. Нифига себе нас сносит. Если я, получается, стрельну сейчас в человека, он сразу взорвется? А, ну да. А что, я умер? Ну ладно. Опять издеваешься, да? Нифига себе далеко ядро летит, смотрите. Аж в скайбокс вроде упирается. А ну вот я лечу. Нифига себе, да, на потолок аж бьется. Бам, в воздухе взорвалось, прикольно. Аккуратно. Давайте издеваешься. Да не, я просто хотел в зомби, видишь, в боулинг играем. Кто сколько кегель забьет. Страйк, кто выйдет. Короче, все, ребята, мы теперь будем играть в боулинг в следующих сериях. Так что хотите увидеть боулинг с зомбаками, кто больше выбьет, напишите, мы хотим боулинг. Так, хорошо, пацаны. Оружие прикольное, кстати. Ну это тоже как, получается, у него двойной урон. Он может и сносить, и взрываться. Так, Скуфилд. О, что-то запекаль вонючий такой. Он слабенький. Уго, дырка остается мощная. Он 10 хп относит к центру, игроку. А разве зомби больше выносит? По 20, по 15 выносит. А, получается, смотри, оно зеленым светится, а когда я в следующий раз его убью, оно уже красным светится. Слышь, это как индикатор, когда я его убью. Смотрите, зеленое, красное. Вы заметили этот прикол? Я, кстати, никогда этого не замечал. Я понял, это оно показывает, типа, сколько у жертв осталось. А может, так оно всегда и было, мы не замечали? Да не, такого не было. Или было? О, пацаны, сейчас будет бомба, смотрите. Ого. А, подожди, мы еще до бомбы не нашли, сейчас будет у нас сначала два пикалета. На самом деле слабое оружие. Это такое, это вроде одно из самых первых, которое нам выдается. Так, пацаны, сейчас я загружу. Потому что я хочу сделать очень классную тему. Смотрите. Давай. Я сейчас, короче, зайду прямо в центр зомбаков. Давайте проверим, убью я всех или нет. Так. Офигеть! Что это? Кстати, хэдкрабы живые, вы заметили? Капец. Да они живые? Эй, мужик, ты что с ногами? На работу идешь? Брейкданс. Так они не живые. Подождите, давайте кое-что сделаем. Давайте я проверю радиус, на котором она убивает. Мне кажется, радиус очень какой-то большой. Я сейчас стану вот здесь вот на углу и проверим, убью я их или нет. А если не убью, то хотя будет видно, на какой дистанции это произойдет. Да вот, что? Да ладно, да что такое? Это что, через всю карту он набьет? А ну давайте я улечу вообще вот сюда, смотрите. Ну-ка. Да что? Это через всю карту убивать может? О, пацаны, следственный эксперимент. И знаете, что сейчас сделаю? Меня не достал. Я хочу поставить машину. Взорвется машина или нет? Ну-ка. А на машину-то не действует, только на живые организмы. XL2. Ух ты. О, что это за кислота? Тут тоже индикатор есть. Сколько жизни. Вот это оно строчит. Нормально. Оно... Ой-о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 й. А зомби растворяются. Оно их растворяет? Я видел, что они растворяются, там просто ряд исчез. А ну-ка, сейчас мы проверим еще раз. А вроде бы не. Мне тоже так показалось. А может какой-то из... Может если в голову встрет, а не.
Ну да, кстати, их меньше валялось, чем сейчас. XL4P. Это электрошокер, что ли? Шокер, да, зачем? А ну дистанция. Убиваю. А вот так уже и не убиваю. Да, все, вот дистанция, это предел. Да, я не достаю уже. Да, он у Дэна. А не тратится. Ой. Опять меня? Я подошел. А не, ну я просто проверяю. Да все, 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 я понял, молодцы. Так, следующее у нас оружие. XM214. Это миниганушка? А че она такое слабое, как кусок говнища? Сломано оружие вообще. Смотрите, вот я сейчас возьму пулемет серии СМ-2. Смотрите разницу. Просто мгновенно выносит. Мгновенно. Насколько она слабее? Что значит новая версия игры и старая версия игры? Вот так вряд ставьте просто. Всех застрочить. Прикольно их слаживать. Следующее у нас XML-24 Rocket. О, пацаны, его уже интересно пошло. На! Бууу! Ха-ха, офигеть! Ой, эту ракету стрельнул. Посмотрите, как она прикольно летит. Еще дым такой от нее офигенный. На! Анимация реально как со старой игры. Она такая, знаете, как слайд-шоу небольшое. Так, пацаны, вы задрали, вы всех зафигачили. Дайте я хочу в толпу прям стрельнуть, а ну-ка. Бум. А не, он убил больше трех, что только три отображает. Странно очень. Просто зачистка. Ну, ребята, мощное оружие, реально мощное. Мне оно нравится очень. Ничего себе. Пацаны, я знаю, что вы любите зомбаков убивать. Я тоже люблю. Последнее оружие у нас. Хоп. Хоп. Огнеметушка. Ничего себе, мы их сожгли просто за 5 секунд. Вы психи, что ли? А! Ой, извини. Да ну больно, жги, погори. Да ладно себе. Так, давайте еще загрузим. Давайте на счет 3 все сожгем. 1, 2, 3, погнали. Сжигание. Вот это мы психи. О, давайте сделаем битву на огнеметах. Давайте, кто готов? 1, 2, 3. Поехали. Огнеметов же радиус не сильно большой. Ну шо ты там? Шо ты, плаки-плаки? Сказал Даки. Ах ты, блин, а, жопа. Я тоже сдох. А я тебе, получается, поджог, да? Я выиграл. Это оно тебе? А мы тебе поддались. Вот сейчас вот мне в личку написал и Тучка, давай поддадимся. Да ладно, ладно, мы не поддавались. Если понравилась эта серия, вы хотите еще классные ролики с тестом оружия, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ты прям на голову им сбросил. Бомба не взорвала. А, не взорвалась. Всем пока. Всем пока-пока.